это вновь приобретенное оборудование, упаковочная машина Ульма 55, то есть 55 упаковок в минуту. Для кого-то, наверное, это обычная машина, но для нас это новое приобретение. На этом месте стояла старая машина, которая работала с конца 90-х годов. Вот соседняя машина, которая, в принципе, является предшественником новой машины, отработала уже, упаковала 100 миллионов упаковок. Это существенное приобретение, которое позволит нам улучшить качество выпускаемой продукции, увеличить скорость и тем самым сократить трудозатраты.